Идеальные ноги, откровенное декольте. В день юбилея Лариса Долина удивила фигурой. Лариса Долина, приглашенная на славянский базар в качестве члена жюри, порадовала публику грандиозным концертом. Эксперты отметили, что звезда была чуть ли не единственной, кто сольно выступал 3 часа без фонограммы. На сцене артистка продемонстрировала не только вокал, но и потрясающую фигуру. Долина вышла в коротком облегающем платье и показала идеальные ноги, а другой наряд в стиле Мэрилин Монро впечатлил смелым декольте. Концерт Ларисы Долиной был приурочен к 50-летию ее творческой деятельности. Подписчикам своих соцсетей певица напомнила, что в сентябре ей исполнится 67, и заранее предупредила хейтеров, что она их не боится. «В моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и делаю по полной», — написала она. Кстати, следуя своей традиции, Долина в Витебске совершила шопинг в местном доме моды, который давно предпочитает иностранным брендам. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка вашего внимания. Вот если их не формировать, листья будут, а плодов нет. 4 нижних листа сразу оборвать. Ну, не сразу, а когда вот появятся над ними какие-то листья. Когда появляются все эти плети, нужно их обязательно прищипку делать. Нужно оставить только 2 листа и отщипнуть. И сделать это надо, естественно, как можно раньше. Тогда у вас в пазухе каждого листа будет огурец. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Галина Александровна Кизима. Мне 83 года. И уже 60 лет я занимаюсь садоводством, огородничеством, цветоводством на своих 600-ках. Я не копаю, я не поливаю, я практически не полю. А собираю урожай. Скажете, это невозможно? Возможно. Все время подсматривайте, что делает природа. Действовать только в соответствии с природой, ни в коем случае не поперек. И если вы не будете путаться у нее под ногами, она все сделает вместо вас. Я автор вот такого видеокурса, знаменитого уже теперь, «Огород без больших хлопот». Покупайте, следуйте тому, что там написано, показано. Кроме того, всегда экспериментируйте на своем участке.